Где мы находимся, скажите нам? Это озеро Севастия. Севан, где-то. Севан, Армения. Где-то. Севастия, Армения, где 40 тысяч мучеников. Вот у нас мученик-то где? С нами мучится 21 тысячу километров уже. Ураган. Пожалуйста, вот смотри. Снимаю специально показать. Армения, Севастия, озеро называется Севастия. Севан озеро. Севан. Название. Вот тут 40 мучеников и были заморожены, видно. Пошел. Ураган купается в озере Севан в Армении. Мы сегодня возвращаемся с Еревана. И там подарили книги в Национальную библиотеку. Ураган купался и в Черном море, и в Азовском, и вот в озере Севане. Ураган! Ураган! Эх, труба неподъемная, так бы взял бы, я потащил бы. Ай. Давай я, давай бери, эх, не берется. Вот труба, хватай ее, хватай, не получается. Да что же оно не получается? Наш ураган купается, счастливый, но ненадолго. Опять его в газель посадят. Для него это тюрьма на колесах. Тяжко ему. Купается в озере Севан в Армении. Мы возвращаемся из Еревана. Там подарили книги в Национальную библиотеку. И вот остановились на озере Севан. Это горное озеро на высоте более 1,5 километра над уровнем моря. И с ним купается незабвенный его товарищ Шариков Ураган Ураганович. Ну как вода? Тихо! Тихо! Ну-ка, стой! Рядом сиди! Рядом! Рядом сиди! О, ураган плавает у нас! Вот он наш ураган! Запалка действительно как вихрь ныряет, как настоящий ураган. Как вода? Вода как?